другим темам. Кондитеры Уральска из-за дефицита сахара работают с перебоями и вынуждены повышать цены на продукцию. После прекращения импорта из России цена на сахар в регионе подскочила вдвое. Но даже и по 700 тенге за килограмм в супермаркетах его разбирали чуть ли не с боем. Сейчас власти области наладили поставки с отечественных заводов. Руководство одного из крупнейших кондитерских производств «Уральск» утверждает, что запасов сахара осталось всего на 10 дней. Покупали его по 360 тенге за килограмм еще в апреле. Сейчас его стоимость выросла вдвое. В такой ситуации кондитерский цех задумывается о повышении цены уже на готовую продукцию. Производят здесь 120 видов хлебобулочных изделий. Есть собственные магазины и киоски, реализуются продукции в супермаркетах. Пока производственные линии не останавливались за счет запасов сырья. После того, как мы купили сахар, мы подняли цены уже по повышенной цене, по 3,60. То есть мы подняли где-то на 15-20% продукта. Поэтому если через 10 дней ситуация не разрешится как-то, нам придется покупать дорогой сахар, уже вынуждены опять рассматривать цены на кондитерские изделия. В нашем деле сахар имеет большое значение. Мы когда разговаривали с оптовыми поставщиками, экспорт России закрыл, но те ранее, которые уже контракты есть, проплатили эти деньги, то есть они могли забирать, то есть которые все законтрактованы. Но цена другая, потому что рубль уже 7 тенге. Поэтому цена немножко повысилась. И хотя в розничной торговле еще сохраняется лимит в одни руки, в управлении предпринимательства уверяют, что регион уже получил первую партию сахара с отечественных заводов. И поставки продолжаются. Заработал после недельного простоя и кондитерский цех при хлебзаводе номер один. Для бесперебойной работы в месяц здесь нужно 60 тонн сахара. Да, были перебои. Ну, цех мы весь не все мы не закрывали. Частично производство было закрыто. Это в основном вафельный цех. Производство вафель и конфет. Было буквально где-то около недели. Сейчас мы сахар закупили. С 1 числа запустили эти цеха. Сейчас все работает. Не повышали, но работаем по старым ценам. Ну, скорее всего, если будет такая цена, такая тенденция, значит, немножко будет поднимать. Сейчас сахарные заводы работают уже на полную мощность. И на сегодняшний день уже к нам приехало 4 вагона. То есть мы уже отгрузили, он делается распределение нашей области. И уже продаются, можно сказать, в наших рынках. Так будет бесперебойно каждый раз к нам приходить в область и покроют все потребности нашего населения, в том числе и производителей. Отпускная цена наших отечественных заводов составляет 450 тенге. Оптовые поставщики и плюс розничные есть вот законодательство, они не должны превышать торговую надбавку 15%. То есть кило сахарного песка в розничной торговле не должно стоить дороже 517 тенге. Как выяснилось, ежемесячно регион потребляет 940 тонн сахара. 400 тонн из этого объема уходит на кондитерские производства, пекарни. Потагоз Базарбаева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Уральск, Хабар 24.